2 декабря. Память священномученика Иоасафа Удалова, епископа Чистопольского. Епископ Чистопольский Иоасаф, в миру Иван Удалов, родился в 1886 году в Уфе в купеческой семье. Окончив Уфимское духовное училище, поступил в духовную семинарию, а затем в Казанскую духовную академию. По окончании академии принял монашество. После революции активно выступил против обновленчества. Пройдя через 3 ссылки, был отправлен на 3 года в лагерь под Кемерово, где работал в рудниках. В 1934 году срок наказания был увеличен на 2 года. В ноябре 1937 года епископ Иоасаф был вновь арестован по обвинению в организации контрреволюционного подполья. Виновным владыка себя не признал. 29 ноября 1937 года он был приговорен к расстрелу.